Well, it was very kind of the rector to invite me on the occasion of this anniversary, but it turned out that in addition to exchanging good wishes, мне очень приятно, что меня пригласили на празднование 55-летия Российского университета дружбы народов. Однако я воспользовался моментом, и в приложении к поздравлениям мы обсудили изменения, которые происходят в области инженерии. Что происходит в этом секторе в общем, что происходит в России и что происходит в Германии. И мы нашли достаточное количество отраслей, в которых мы можем сотрудничать. Вы знаете, что в нашей повседневной жизни компьютеры занимают все большее место и в человеческом общении, и в других сферах человеческой деятельности. То же самое происходит и в области инженерии. Сегодня мы создаем модели будущих зданий на компьютерах. Мы изучаем эти модели, и впоследствии мы можем построить эти здания, и мы можем лучше следить за их функционированием. В этой области мы сотрудничаем уже порядка 10 лет с инженерным факультетом вашего университета, в частности, с профессором Галишниковой. И мы будем продолжать эту работу. Я очень рад, что мы получили поддержку вашего ректора в этом сотрудничестве. Ваш университет широко известен во всем мире. Он славится качеством образования. Многие известные ученые получили здесь хорошие знания. И в этом большая заслуга вашего ректора, преподавателей и сотрудников университета. И я очень надеюсь, что инженерный факультет РУДН получит все возможности для работы в новых условиях, так как мы уже работаем в Германии. И я с удовольствием продолжу наше сотрудничество с вашим университетом. Engineering faculty will have all of the opportunities to enter these new areas the way we are entering them in Germany at the moment, and I would be very, very happy if we could do that together.